пока не выходил на лед Александр Кравков в центральной хоккейной линии. Атака от Перова, бросок неточный, а вот дальше шайба заползает в ворота, и игроки гостей начинают отмечать, но несколько непонимающие взгляды направлены на арбитров. Тут нужно посмотреть, вообще не было ли повода для остановки игры. Котляревский на скорости вошел, качнул плечами, отдавать шайбу никому не стал и просто пошел на ворота. И обратите внимание на жест главного арбитра, он засчитывает эту шайбу. Внимание! После видеопросмотра определено, было положение вне игры, нет гола. Все-таки было положение вне игры. Адмирал все никак не может выйти из своей зоны. Момент у Коваленко. Первый бросок был заблокирован, второй попадает в штангу. Кентер не сумел укротить эту шайбу. Но очень много таких передач у казанцев, когда сразу несколько адресантов. Может быть, еще один шанс отличиться у Михаила Котляревского. Вытянул из себя защитника. При этом исполнил точную своевременную передачу. Блином Белялов отбивает эту шайбу. Не стал дергаться, не стал гадать. Бросать не стал. Перекрыта линия броска. Да и с передачами тоже особо не разыграешься. Переводить Мозику. Но вот сейчас получилось. И Мозик бросает без большого замаха, но довольно сильно. Красиво, да, перемещается Белялов. Посмотрите. Блином отбивает. Сначала отбил, потом уже завалил самолет. То есть до последнего держал стойку. Передача на Кокорлицкого. Дмитрий на синюю линию, на Кемпфера. Тот подстрелил Артема Манукяна. Здорово лед под шайбу. Нападающий адмирала. Какой розыгрыш! И это гол! Пер Линдхольм! Когда молодцы, тогда молодцы. Великолепно просто расчертили казанцы эту комбинацию. И 17-му номеру оставалось только не промахнуться. Третья шайба Пера Линдхольма в этом сезоне. Кагарлицкий, конечно, здесь большой молодец. Бурмистров, Кагарлицкий, Линдхольм и дальше. Просто некуда деваться этой шайбе, кроме как показаться в воротах. Классная передача казанцев. И с разворота Линдхольм пытался нанести свой бросок. Теперь отправляется на пятак 17-й номер. Бросает и едва не оформляет дубль. Налимов против. Вот как раз тот момент, когда вратарь уже опускается на щитки и через центр отдавать все гораздо проще становится, потому что вынужден играть на линии и продолжать вариант с броском. Журавлев, Кюдин смотрит на шайбу, она скачет и укращает 44-й номер, но во всяком случае попадает по этой шайбе, сбивая атаку адмиралу. Шулок, снова бросок, Белялов отбивает, и эту шайбу он остановить уже не может. Отскочила клюшка в одну сторону, в другую выметнулся сам вратарь Акбарса. Но все-таки на добивании команда из Владивостока была расторопнее. Дмитрий Союстов, гол в большинстве. Вячеслав Ушенин по левому борту в зону вошел. Передача на синюю линию. Отскок. Шулок успел сориентироваться. Пас в разрез. Союстов на пятаке работает. Подставлял клюшку Владислав Ушенин. И Белялову именно на это подставление пришлось реагировать. Коваленко. Еще один момент у него. И потом Воронков добавлял. Но нет, никак не заходит шайба в ворота. Красиво, а если передачу исполнить, еще красивее получилось. И в итоге спасение Налимова останавливает вратарь адмирала Стивена Кемпфера. Вот это момент. Пауза, бросок с неудобной, 2-0. Красиво, изящно, главное, эффективно. Не забивает, и казанцы одерживают победу